Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня большая программа. Болгария дома играет достаточно прилично в последнее время. Родина, внимание, уважаемые зрители, 17 место из 18. Родина была в зоне вылета. Составы достаточно сбалансированные. И в первую очередь касается Болгария. Сергей Павлов, видимо, нащупал вот те игровые сочетания, которые, по его мнению, способны бороться, биться и набирать очки. Собственно, так оно и происходит. В центре поля два капитана. Так, состав Болгария. Егор Прошкин, 28-й. Иван Хамуха, 22-й. Евгений Шляков, 55-й. Дамир Шайдинок, 42-й. Это линия обороны. Никита Маляров, 70-й, Данил Кленкин, 8-й, Денис Ткачук, 31-й, он капитан команды. И номинальный Иван Тимошенко, 99-й, Максим Турищев, 10-й. Пока подача достаточно высокая. Плиев, это пенальти, это пенальти. И как же неаккуратно сыграл серию из матчей без забитых голов. Смотрим его противостояние против Олега Смирнова. Разбег, удар, очень уверенно Иван Тимошенко открывает счет в матче. И поздравляем Ивана с тем, что он забивает свой вот уже 8-й мяч в этом сезоне. И продолжает погоню за Джонатаном Макаронко. Уэсли назад играет Олег Дмитриев. Хорошая вертикальная передача. Турищев. Удар 2-0. Максим Турищев. И здесь уже Франк Артига не скрывает своих эмоций. Турищев великолепно сыграл и, во-первых, открылся между линиями. Напомню, уважаемые зрители, что на этой неделе и у Родины, и у Болгаря Тимошенко. Тимошенко, маэстро. Это гол, это 3-0, 53-я минута. Вот он, Голиадор, да, вот оно, чутье Ивана Тимошенко. Пошел сам обыграть Лесников. Это неплохо. Кленкин еще дальше, Мартовой. У него рабочее правое, сразу удар и спасение Рената Шакерова. Можно поздравить Болгарию с первым ударом в створ. Ну и Шакеров молодец. Да, вот сейчас, конечно, Прошкин пролетел мимо мяча. Передача 4-0. 4-0. Самко. Ну вот сколько времени ему нужно было, чтобы отличиться. Чуть ли не первое касание Владислава Самко. И четвертый мяч залетает в ворота Шинника. И классная передача с фланга от Мухаммада Султонова. И прошла передача в штрафную площадь, но не более того. Финальный свисток главного арбитра и 4-0. Родина в каждом из таймов забила по два мяча. Добилась убедительнейшей победы. 0-4 в Астрахане. 21 очко. На время поднимается очень высоко в турнирной таблице. Прыгает в середину и ждет, как сыграют конкуренты.